Аббас Гаджи Магомедов. Вчера, буквально вчера приехал с Ирана. Поздравляю, Аббас. Спасибо большое. Как тебе сегодняшние соревнования? Вообще турнир в целом? Турнир я, когда в Иране был, смотрел, схватки тоже очень хорошо прошли. Но сегодня вот пришел, посмотрел, 61-70 килограмм. Очень. Считаю, они тоже очень достойные друг друга. Соперники были в финале. Они оба друг друга Багу знали. И такой маленький счет 2-1, когда ты человека Багу знаешь. Бороться тут бывает тяжелее. И 70 килограмм Курбан Шираю. Молодец, выиграл. Как он тренируется, вот так и борется. Все. Сейчас следующие соревнования. Какие предстоят тебе? А у меня, наверное, гран-при Ивана Ярыгина, я посмотрю. Ну или до этого там говорили, кубный чемпионат Ирана будет, посмотрим. Либо Иране, либо Ярыгинский. Все, понял. На Ярыгинском будем видеть тебя в 65 килограммов. Ну, еще это вопрос мы не решили, потому что у меня вес не позволяет пока переходить. Пока над этим вопросом мы с тренерами думаем, что как лучше делать. Но ты все равно будешь переходить в 65, да, просто ну, это... не ясно в какие да, сроки. Да. Что думаешь о предстоящей конкуренции в 65? Конкуренция у нас в России очень хорошая. И... надо тренироваться, пахать, чтобы стать лидером этого веса, а у нас на этом весе очень достойные ребята, все, можно сказать, первый номер, вот, Хаджимурад Рашидов, Шахиев, чтобы с ними бороться, надо пахать, больше тренироваться. В 65 ты выступал вообще? Да. Как тебе вот эта весовая категория дается? Нормально, вроде. Когда еще? 2 года назад, наверное, выступал на Дагестане, чемпион Дагестана выиграл. Ну, будет интересно. Все, Аббас, поздравляю еще раз, спасибо.